Здравствуйте, с вами Василий Жердев, и речь пойдет сегодня о понимании. Немножко о понимании самого слова понимание. Понимаю. Понимание на практике означает, что если вы что-то понимаете, то вы действуете. Понимание, естественно, можно разобрать с точки зрения еще с информацией сравнения. Кто владеет информацией, владеет миром. На самом деле это ложь. Дело не в информации, дело в умении применять эти знания на практике. Применить эту информацию. Потому что очень часто люди знают, имеют множество информации. У всех там терабайты информации на дисках, с тренингами, со всем прочим. Но понимания нет, и отсюда куча проблем, который возникает у людей на эту тему. Если коротко, если вы понимаете, то значит вы действуете. За пониманием всегда идет действие. Или создание, там, допустим, создание плана. Но план — это то, что реализуется, а не то, что написали и забыли. Написали и передумали. Это совершенно другое. Поэтому коротко, пока, понимание означает действие. С вами был Василий Жердев. Понравилось? Ставьте плюсики.